И покажу отдельно, как я это масло. Вот видите, сколько получилось. Шикарное. Ой, елки-палки. В камеру смотрю и не заметила. Ну ладно, это будет мне для косметических целей. Я соберу потом себе отдельно. А это я показываю вот в такие маленькие я себе. От галазолина, от чистых лекарств. Конечно, я их еще дополнительно промыла, продезинфицировала эти бутылочки. И переливаю. У тебя двойная марлика, тоже прокипяченная в два слоя, не больше. И заливаю и жду, когда оно... Посмотрим, чтобы опять не перелить. Вот таким образом наливаю в такие баночки. Потом найду еще, вот поскольку получилось очень много в этот раз масла. Хорошие яйца, свежие. Ну, в тот же день собрали, в тот же день сварили. И через два дня я пожарила. Потому что были такие ливни, что невозможно было на улицу выйти, не то что жарить. Вот, а сейчас нам погода дала возможность... И все мы сделали, все мы успели. Ну, вот так я беру на пальчик. Видите, какое оно получается? Очень тонко растягивается по коже, если не сильно открытая рана. А если очень сильно открытая рана у людей, вот ногти я смазываю, руки, оно очень хорошо восстанавливает и ногти, и волосы, и кожу. Если невозможно вот так вот просто размазать легонечко по телу из-за боли или из больших ран. Мы просто капаем. Вот видите, я специально наливаю в такие бутылочки с носиком, чтобы можно было капнуть в нос, в глотку, в ухо или просто на открытую рану, когда сильно большие бывают свищи, там пролежни и прочее. От каких болезней, что, чего, я дам в тексте информацию под видео. Изучаю я литературу интенсивно, поскольку еще одна из моих профессий – это библиотекарь, библиограф. И я все очень четко и работала в научных библиотеках, поэтому по патентам. Поэтому я знаю, как с этим делом обращаться, и выискиваю для вас информацию, которую вы вряд ли найдете просто в интернете. Поэтому, пожалуйста, читайте то, что написано под видео, потому что в коротком ролике рассказать все эти интересности просто невозможно. Вот две у меня есть. Сейчас еще найду баночки, солью остальное масло, чтобы не задерживать ваше внимание. Но принцип вы увидели, все я показала, ничего не скрыла. И, конечно же, рекомендую, посмотрите мои предыдущие ролики. Там есть у меня плейлист «Масло из яиц» или «Желтковое масло». Там уже около 6-7 роликов. И в каждом ролике я что-то вспоминаю новенькое, что-то вспоминаю из жизни своей семьи, друзей, как эта мазь помогала, в каких случаях. Вот, так что если вас заинтересует этот вопрос, вы будете рыть так же, как и я, рыть, копать всю возможную информацию. Но поскольку вот я знаю, насколько я копала, то очень мало информации вообще в интернете об этом масле. Очень-очень мало, очень разрозненное. Ну, у меня уже большой, у меня сколько? 50-летний опыт использования этой мази, поэтому я могу без зазрения совести говорить об этом, потому что многих и себя, и своих близких вылечила этой мазью от очень серьезных заболеваний. И вот сейчас говорю, при коронавирусе она мне очень помогла смягчить дыхание и носоглотку, в носу пересыхала, очень хорошо смягчает. А я просто брала вот так вот на пальчик и смазывала в носу. Мой муж не может смазывать, он закапывает. То есть каждый по-своему
приспосабливается, но мазь всем помогает одинаково эффективно. Так что, ребята, будьте все здоровы, пишите мне комментарии. Не обязательно с благодарностью, можно с критикой. Но я не знаю, что тут критиковать. Я от всей души вам желаю здоровья, чтобы вы излечились. И особенно ваши детки, чтобы не страдали от таких тяжелых заболеваний, как псориазы, там, пролежни, ожоги страшные бывают, и химические, и от огня. В общем, такие присылают мне люди случаи ужасные. И все пишут, что помогает, помогает. Буквально через час-два уже уходит эта страшнючая боль. Дети успокаиваются, перестают плакать, кричать. И засыпают, и все, и кошка молодая, тоненькая, здоровенькая нарастает. Все, счастливо. Всем здоровья.